Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 12 октября 2021 года, вечер, 5 часов вечера. Уже видите, как пасмурно, 10 стало тепла. Ночью будет дождь. Хочу вам показать, сама только заметила и в ужасе. Посмотрите, мне пахать огород не нужно. Мне его уже вспахали. Кроты. Еще никогда такого нашествия кротов не было. Это просто ужас. И делаю вывод, почему мне здесь пахана эта вся территория. Потому что я в этом году здесь ничего не сажала. И медведокса отравы не добавляла. И их ничего не отпугивала. Вот видите, мне они вспахали огород. Там у меня нигде ничего не вспахано. Вот, что творится? Это надо брать тяпку, все эти кочки их не равнять. Вот они. Иначе здесь будет болото. Самое натуральное болото. Вот этого низина. Как я вам говорила, хотела осенью посеять люцерну. Да не получилось у меня. Буду рано-рано весной, в марте месяце ее сеять. И будет она перегнивать, убирать, не косить ничего я не буду, чтобы почва более-менее рыхлая стала. Ужас! Это я убирала капусту как-то без внимания, а вечером я убирала эти все отходы. Вот и отходы. Разве можно мне здесь делать какие-то кучи, чтобы на компост, компостные кучи? Нет, конечно. У меня столько живности живет на этом огороде. Но сей вино я виню курочки. Почему? Потому что от них остаются остатки зерна. Вместе с опилками я выкладываю на огород. И им есть здесь прекрасная пища. Сегодня будет опять, наверное, минус 5. Вот покажу здесь, где у меня была трава. Я что сажала, то под каждый куст ложила по 3-4 зернышка травы. Видите, здесь нет. Ничего не вспахано. Все нормально. Так, а тут вот что? Это земля. Да, это земля. Здесь не прополола, не убрала еще мусор. Не весь. Вот видите, здесь нету ничего. Здесь все прекрасно. Нигде никаких гор. Все-таки отрава играет большую роль для насекомых. Травится не только одна медведка, но и эта почва неблагоприятная для моих. Теперь они уже мои кроты. Такое они мне вытворяют. Ну и что будут там мне? Не знаю, плодовым деревьям хоть бы не принесли вреда. Молоденьким. Ну и вот здесь тоже отрава. Нету отравы. Вот кучечки кое-где. Вот они нарыты. И коты бегают. Раньше у меня было по 6, по 8 котов. Вот. Не так сильно, но есть. По 6, по 8 было. Ловили их. Столько не было. Они боялись. А там что творится? Это просто... Я настолько расстроена, что же мне будет за зиму здесь? Ну, конечно, я же бесшабашная, видите, понабросала сколько зерна. Почему я так накидала зерна? Я вам говорила, зерносмесь плохая, мне не нравится. И в зерносмеси нашла это самое плесень. Я все выкинула, чтобы вон птицы небесные ели. Ну и свои едят. Что будет, то будет. Выбросила. Остальная вроде бы терпима. Вот так мне вспахали огород. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Я вам показала, что у меня
Заходите в гости, как всегда, буду рада. До свидания, до новых встреч. Пока.